Всем любителям парфюмерии, а также видео покупка без теста. Всем привет! Будут мелькать мои руки в кадре. Лак, если кому интересно, вот такой вот от Max Factor. Очень красивый, кстати, он. Коралл. Кейт Коралл, по-моему, называется. Он действительно такой приятно кораллового цвета. Бывает ярко-красный коралл. В предыдущем видео я рассказывала о Фитамбре склад. Покупала со скидкой, обошелся мне в 12 евро. Ну, был купон на 5 евро скидка, и вот такая вот скидка. Прекрасные тени. Впервые покупала что-то от Сисле. Тени от Сисле мне очень нравятся. Именно понравились после этих теней манго. Хоть и цвет яркий на глазах, но он очень красиво выделяет, 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 выделяет ваши голубые или серые глаза. Прекрасный, прекрасный просто цвет. Пигментация отличная. Упаковочка отличная. Ну, в общем, я рада этой покупке. Предыдущее видео покажите, говорю, посмотрите там. Еще кое-какие покупки я показывала, рассказывала. Так, а где мои ножницы? И сейчас мы будем резать упаковку. Парфюмы недорого можно купить в ТКМX. Я покупала там три парфюма. У меня есть от ТКМX, от L'Artisan Parfumeur. Делала я видео покупки без теста. Я, кстати, их покупала без теста, потому что они шли все в таких упаковках. Покупала я... Нет, один я парфюм покупала, потому что он был в небольшой упаковочке. Он прекрасен. Вот я. Севиль. Прекрасного парфюмера Де Шафо. Тимбухтау и ночная тубероза. Так. Кстати, кому интересно, в ТКМЭКС есть роза Преве. Но отзывы на фрагрантики плохие. Есть, ну, что я запомнила? Калигна. Делал дешафур со своей ученицей. Но, скорее всего, люди пишут, что это его ученица делала. Калигна Ларистан Парфюме. Ну, что они тут пишут? Дора Бахрита Арнот. Так что сами почитайте. А сейчас посмотрим, что пишет Фрагрантика. Так, прогнемся под изменчивый мир. Все время там требуют. Надо говорить, какие ноты, и что, и как. Так что вот. Амбре Экстрим Л'Артизан Парфюмер. Пишут. Основные аккорды амбровые, теплый, пряный, ванильный, животный, пудровый. L'Artisan Parfumeur даже какой-то шар выпустил, напичканный этим ароматом. Так, Ambre Extreme L'Artisan Parfumeur – это аромат для женщин, принадлежит группе ароматов восточный пряный. Но восточные ароматы мне нравятся, пряные тоже. Ambre Extreme выпущен в 2001 году. Парфюмер Жан-Клод Элена. Композиция аромата включает ноты амбра, ванили, специи. Но как я выбираю парфюмы? Я смотрю парфюмера. И если какой-то парфюм мне понравился, я уже ориентируюсь на его парфюмы. Ну и что у нас Элина создал? Работает он, кстати, для Аква ди Парма. Амуаш он делал Диа. Ну, которые все верещат и пищат, а где? Мне идея не понравилась, она как-то свербит. В жарком климате она слетает махом. В прохладное время она где как-то свербит. Ну, говорят, чем-то она похожа, кстати, на эту... Ланком. Как же в эту Ланком? О-о-о! Вот. Старость не радость, молодость гадость. На клима
Чем-то есть там ноты похожие. Так, для Bulgari он делал много ароматов. В 96-м он делал парфюм Bulgari Eau Parfum Eau Vert Extreme. Eau Parfum Eau Vert для Bulgari делал в 92-м году. В 98-м для Cartier он делал Declation. Christian Lacroix в 2000-м делал Bazaar. Frédéric Mallet делал много парфюмов. Giorgio Armani он делал. Для Hermès он делал полно. Ваш любимый эликсир де Мервелес. В 2006 он делал. В 2015 он делал Экипейдж Гераниум. Неправильно, правильно, неправильно читаю. Ну, как читаю, так читаю. Сами почитайте. Заходим на фрагрантику и все читаем. Я ссылку дам на фрагрантику, на этот парфюм найдете. Все найдете сами. Учитесь. Тетя Гугл все знает. Жан-Клод Джитрос. Корост. Для Корос даже делал. Боже, там у Корос есть свои парфюмы. Лилик. Ну и для Лартизан парфюмер он делал Амбра Экстрим, 2001 год. Буис Фарин, 2003. Навигатор, в 79-м. В 82-м Ла Хайя Флёр. Полин Джо делал. Так, Сесле, для Сесле он делал. Ауде Шампань. Different Company делал. Полно ароматов. Ультрик де Варенс. Ну, в общем, такое. Ван Клиф он там пресс. Арпельс. First Parfum Miss Арпельс. Ив Сен Лоран. Парфюмы делают пару. In Love Again. Так, вернемся. Говорят, похож на какие-то два парфюма, не знаю. Последний отзыв пишет пятый элемент, что значит слишком мужественная амбра. Так, сейчас мы разрежем. Вот, будем резать и резать. Ой. Ой. Так, разрезали упаковочку. Вот цена. Ну, в предыдущем видео показывала. Так, далее. Потому что здесь удобнее на коленках не резать. Так, парфюм. Все запечатано. Видите, штрих-код. Все есть. Штрих-код. Текемексовский. То, что там сейчас рассказала, там были девятки под номерами парфюмы, они все разобраны были. Кстати, хорошие отзывы были на них, на фрагрантике. Так, кот пришел, потому что шуршит, сейчас он тут будет бегать. Сделано во Франции, вот написано, сделано во Франции. Ингредиенты. На французском, английском написано. На немецком, кстати, тоже написано. Ну, вот, как всегда, беречь детей, туда все на арабском. 79 спирта. Тут, значит, культовый парижский дом. Написано, значит, на английском, на французском. Так, тут написано, смотрите, состав. Пряности, пачули, роза, дамасская роза. Какой-то биньон, ваниль. Так, кот, уйди! Кот лезет. Ориентальный. Вот здесь можете читать сами на английском. Золотая амбра. Специи. 1001 ночь. Угу. Мистический.
и рентальный эликсир. Тут написано, значит, еще раз повторяю, специи, пачули, дамасская роза, бензоин, ваниль. Понятно. А, так тут получается, поэтому я здесь не поняла, на каком. Понятно. Открыли. Здесь посмотрим. Вот такая черненькая, тут все черненькое. Перфорированная бумага. Вот наш значок появляется. Так, такая вот упаковочка. О, смотрите. Ну, может быть, и меняется. По-разному бывает. Но вот здесь вот выгравировали. А, так получается, здесь гравировка, а через один гравировка, через один пазл идет название. Ну, в общем, показываю так внимательно, вдруг подделывают этот аромат. Ну, в Германии нет подделок. В Германии не продают подделки. Здесь выдавлено, ну, упаковка делалась, штампованная же упаковка, вот, там проштампована. Я не вижу, что тут написано, вы можете ее разглядеть, номер. Крышечка такая тяжелая, у них очень тяжелые крышки. Смотрите, телефон отражается, зеркальные. Очень тяжелые крышки, смотрите, там все закреплено. Очень тяжелые крышки. На Ютубе полно любителей L'Artisan Parfumer показывает свою коллекцию. У меня получается это четвертый аромат от этого бренда. Вот смотрите, как все сделано. Никаких потеков, ничего нет. 12 минут еще не открыла. Так. Ой, а мне нравится. Специи пошли. Ой, такой хороший. Ой. Кстати, чем-то похож на... Немножко похож на этот парфюм от Де Шафура, хотя разные парфюмеры. Ну, мужественная амбра. Ну да, соглашусь, она не нежная. Ну не, это по моему вкусу, кстати. Ой, еще. Еще. Ой. А мне нравится. Ой. Ой, как... Ой, она такая... Ой, она так... Да, почули пошли. Ну, тут люди пишут, красивые уютные пачули со слегка лекарственным оттенком. Есть. Да, поэтому же я сказала, что похоже на творение этого парфюмера Де Шафура. Вот. Ну, это просто экстремально, но мне очень нравится этот парфюм. Одного пшика вообще достаточно. Ой, а потом он так расходится, так... Вау, какая красота! Ой, какая... Вот так вот поставим. Давайте почитаем, что еще пишут люди. Телесная маслянистая амбра. Ну, давайте посмотрим, маслянистая ли она на коже. Ну, человек, наверное, выразился в плане таком, как сказать. Так. Есть маслянистость. Есть. Чуть-чуть. 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 Чуть-чуть есть. Так, вот так вот. Смотрите, что тут написано. Вот так вот даже лучше. Эстетику вам создадим. Гладко льющаяся, богатая, сладостно-бальзамическое по звучанию. Да.
Древесный, пряный восток. Ну, точно, тысяча одна ночь. Ой, слушайте, ну какой он красивый. Ну, многие, кое-кто тут пишет, стойкость нам не до суток. Проверим, конечно. Шлейф крайне умеренный, мхо, стоит внимания этот аромат. Я лично обожаю экстремальную амбру. Некоторые пишут, ну такие, знаете, противоречивые отзывы пишет кто-то тяжелый, ядовитый. Ну нет. Ну это не тяжелый, он не ядовитый. Ну вот это вот, я хочу сказать, потяжелее, но я это обожаю. Это намного попроще. Но это не амбра, конечно. Просто если лекарственность такую брать. Приятный тяжелый аромат, живет на коже долго, звучит мягко. Мягко звучит. Да. При этом раскрывается до неузнаваемости. Первые ноты терпкие, острые, насыщенные. Это вьетнамский бальзам. Нет, вьетнамского бальзама нету тут. Успокаивают они быстро, аромат смягчает. Мне вот интересно, надо попробовать, как он на ночь. На ночь, потому что есть у меня видео на мои ночные ароматы. У меня есть Том Форд Саханоа, я только его использую на ночь. Маслянистая амбра, пряности, ваниль. Кто-то услышал тонкую плитку шоколада с кардамоном. Пачули. Пачули есть, да, пачули тут такие приятные. Они гопсик и не таракановка, я хочу сказать. Сандал? Есть сандал. Да, сандал есть. Есть сандал. Наипрелестнейшая амбра. Кто-то вторит. Не шершавая, а мягкая, бальзамическая, сладкая. Ну, в общем-то, я не люблю сладкие ароматы, но я не сказала бы, что прям уж сладость сладкая. Такой красивый. А кое-кто пишет, это не просто новое оформление, имея все три аромата, уверяя, что ароматы различны. Этот самый насыщенный и красивый. Ого! Прекрасный, возможно, даже вполне мужской. Да, мужчины могут пользоваться, почему и нет? Упоительная амбра. Вначале хочется вдыхать и долго жадно, как наркотик. Потом на руке остается запах сухофруктов. Ну, проверим, что будет далее. Любоваться, упиваться этим парфюмом, да, носить нет. Ну, не знаю. Ну, сейчас просто такая погода, очень влажная и прохладная. Хорошо звучит. Надо попробовать на жару. Очень верно назван данный парфюм Ambre Extreme. Именно специи делают здесь амбру жестковатый, с сухим щекочущими нотками специй. Ну да, если вы любители специй, то да, не стоит вам, конечно, покупать. Аромат интересен, но, на мой взгляд, уступает Eau de Ambre. Давайте прочитаем про Le de Ambre. Ну, это я сначала подумала, что я его купила. Ха-ха, наивная чукотская женщина. Сейчас я скажу. Потому что это старый-старый аромат. Амбре, а где он, кстати? Я думала, что я его купила. Да. 78-го года. Я почему-то его думала, что купила, но... И тут очень восхитительные отзывы. Примерно такой же основные аккорды.
Амбровый, ванильный, пачули, свежий пряный, животный, теплый пряный. Но я не знаю, продают ли его сейчас. Сейчас посмотрим. В 78 году выпустил Жан-Франсуаз Лапорте. Посмотрим, Лапорте что создал. Лапорте работал для L'Artisan Parfumeur. Но он там все ваял в 78 году, в 79 для них. Потом ушел в другую фирму, там для Гантье ваял. Ага. Туберозы. Он любитель такие туберозы. Сантал. Ну, в общем, на двух фирмах работал. Ну, раньше не была так развита парфюмерия, как сейчас. Потому что, ну, денег стоило больших. Так, и значит, что? Если старинный аромат 78 года, амбре от L'Artisan Parfumeur, и тут пишут, похоже, что есть какие-то нотки, похожие на Агент Провокатор, потом там Будуар, по-моему, Вивьен Вест, вот еще что-то там. Ну, тут вот последний восторженный отзыв. Обалденная, самая настоящая, красивая, натуральная амбра. Я так боялась герани, но ее там нет. Помине, припудренный, красивый, стойкий шлейф аромат. Сочетание пачули, ванили дает легкую пудру. Как же он мне нравится. Нет, люблю с первого вдоха. Сейчас мы посмотрим, есть ли он в продаже. А так вы отзывы сами почитаете. И какая цена у этого парфюма? Но я мне как бы хватит и этого. Но мы попробуем найти его, если он в продаже. Я вам скажу. Потому что вряд ли вы будете его искать. Так, Дуглас, если он там. Ой, как мне нравится. Он такой, такой нежняк пошел сейчас. Ой-ой-ой-ой-ой, как красиво. Ну и они нас обманули, тут нету. Тимбухту, туберозы, ты. Так, мне кажется, на eBay есть. Amazon, Amazon, ну... Я именно хочу. Ну, экстрим, экстрим, все. А вот, ну, фрагрантика только описывает. Мне кажется, уже не выпускает. Идеалу. Поищем на идеалу, сколько он стоит. Да, продают его. Продают по цене 37 евро. Можно купить. Минимальная цена. Именно вот этот. Амбре. Не экстрим, а именно этот. Ну-ка, точно ли? Или там уже другая упаковка будет? Точно. Его еще продают. Тут продают его за 43 евро. Продают, продают. Продают и даже бесплатно посылают. Сайт называется Central Drogerie. Да вы что? Да вы что? Так что вот. Вот такое длинное-предлинное видео. Но оно стоило того. А, я поняла, почему. Бензин выходит. Как он Тибухту. Так вы знаете, чуть-чуть выходит такой запах йодистый. Это как на побережье выходит. Вот эти морские водоросли так пахнут. Ну, правильно, киты-то у нас в море плавали. Заканчиваю. Прекрасный аромат. Покупка мне нравится. Красиво раскрывается. Кто любит видео парфюмеры, парфюм, покупки парфюма без теста, подписывайтесь. Смотрите, у меня все распределено на плейлисты. Я считаю, что это очень удобно. Кому что удобно, то смотрит. Кто-то косметику, кто-то лаки смотрит, кто-то тени смотрит, кто-то люкс смотрит, кто-то парфюмы смотрит, кто-то путешествия смотрит.
Заходите на Перископ. Выхожу по вечерам в Перископ, иногда днем выхожу. У нас там такая теплая компания уже собралась со всего света. В общем, вам прекрасных летних деньков. На лето хорош, хорош. Будет и зимой меня согревать. Всем пока.